Все начиналось вполне мирно. Роджер планировал провернуть одно очень прибыльное дельце в Турине. Но, к сожалению... Об этом прознала итальянская мафия, которой, что неудивительно, его идея не понравилась. Наконец-то я отмотал свой срок в гостеприимной тюрьме Ее Величества. И Лорна приехала встречать меня прямо к воротам. Проблема в том, что эта идиотка решила взять на прокат машину пакистанского посла. Мне нужно попасть в гараж Марвина, чтобы забрать свою машину, желательно не привлекая внимания копов. Но кататься по Лондону в этой новочке будет непросто. Тачка посла. Привет, Чарли. Как тебе машина? Это же тачка пакистанского посла. Ну что за наглость? Только откинуть и туда, и туда. Кинуться к баронной даче. Я хотела, чтобы ты уехал отсюда как король. Чарли, это полиция!